Полузащитник «Крыльев» едет на сборы «Крыльев Советов». Самарские дзюдоисты завоевали 16 наград. ЦСКА ВВС расторг контракты с двумя игроками. Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Ткачук 30 января прибудет в расположение «Крыльев Советов», которые продолжают свой сбор в Арабских Эмиратах. Он вместе с остальными партнерами по команде будет готовиться к сезону. Первый сбор игрок проводил на сборе в Катаре с «Зенитом» из Санкт-Петербурга по договоренности между клубами. О его дальнейшем переходе в питерский клуб пока никакой информации нет. Дзюдоисты Самарской области стали призерами первенства Приволжского федерального округа. В личном женском зачете самарские спортсменки завоевали 11 наград, из которых 2 – золотые. Первые места заняли Марьям Есеркеева в категории 44 килограмма и Александра Минаева – 55 килограмм. В личном мужском зачете представители Самарской области выиграли 5 медалей, 4 из которых – золотые. Победителями стали Рамазан Абдулаев, Виктор Улитин, Глеб Шумилов и Александр Курнакин. Хоккейный клуб ЦСКА ВВС расторг контрактные обязательства с нападающими Алексеем Лучниковым и Владиславом Шалимовым. Расторжение прошло по обоюдному согласию. За самарскую команду Алексей Лучников провел 6 игр, сделал 2 голевые передачи, отсидел на скамейке штрафников 8 минут. Владислав Шалимов выходил на площадку в 3 поединках, заработал 2 штрафных минуты.